И что мы сидим без дела? Там в саду уже весна вовсю прет. Пошли. Пошли, кони лихие. Пойдем глянем, что нам там весна принесла. Лерочек. Лерочек, да остановись на секундочку хоть. Что ж вы такие прям... Ты сейчас взлетишь, хвостом виляешь. А вы как ракеты. Лири как планер, а вы как эти реактивные снаряды. Я не в сад иду. Видите, сетку поселил. Здесь трава посеяна, чтобы они не затоптали. Они вон прутся. Раньше, когда сетки не было, здесь трава не росла. Ну, они ее затаптывали на корню. А у нас тут идут работы. Я иду сюда показать, что происходит. И куда вы побежали? Сюда за мной. Я сюда иду. Ты напрямую. А уже вон тюльпаны, знаете какие. Ну, иду показать, какие здесь переделки. Суть в чем, что здесь когда-то была декоративная такая вот, ну, задумка, площадка. Декоративная она в чем была? Видите, вот плитка была уложена, а между ней росла газонная трава. Потом эту газонную траву забил пырей. И здесь образовалась просто, ну, такая не декоративная площадка, а, скажем, такая антидекоративная. Заросла бурьяном. И я решил, ну я уже показывал в предыдущих роликах. Мирка, иди сюда, что ты там стоишь? Иди, иди поближе. В сад просится, а я пока не иду. Вот она теплица, видите? Вот ее сюда будем устанавливать. А здесь, вот видите, раз, два, три, плиты убираем, землей засыпаем. Сейчас я объясню, расскажу. Вот. В общем, будут, смотрите, вот такие площадки. Здесь будет огородик маленький. Вот здесь. Петрушка, редиска, укропчик. Ну, все расти такое. А это дорожка, чтобы ходить, подходить к этой площадке. А здесь будет теплица стоять. Ну, в общем, я так скомканно все объяснил, рассказал. А суть в чем? Сейчас пойдем покажу, что. Суть в том, что... Вот видите, здесь мы летом открываем эту дверь и выходим. Вышел, раз, тепличка там или просто открыта. Сорвал там зелени какой-то и покрасил салатик. А до этого мы ходили вон аж куда, пойдемте я покажу. Ходили через мост, и там у нас огородик. Вот туда мы перлись. Иди, иди, вперед. Он из вежливости всегда сзади идет. Уходит направо. Эти налево. Вот мы ходили через мост. Сюда надо, например, там лучка сорвать на салатик. Ну, немножко. Идешь. Вот, представляете, вот идешь, идешь сколько. Вот сюда, вот он, огородик. Куда ты? Куда? Я не иду к Кузе. Я здесь. Кузя дальше. Кузя, это осетр. Вот у нас тут, видите, уже всходят такие вот какие-то побеги. Какой-то салатик или что-то такое. Ну, он далеко. Вот представьте, чтобы сорвать укропчика, петрушечки или какой-то зелень, не надо полкилометра идти. А там у нас будет все под рукой. Вот, я просто быстренько снимаю репортаж. Окидываю взглядом вот сад. Видите, он готовится к весне, весенняя работа. Идет обрезка. Вот деревья, видите, обрезали. Вот она обрезанная. Стоит груша. Там дальше. Ну, я не намерен вести репортаж по саду. А сейчас у меня задача просто показать ту маленькую тепличку. Вернуться назад. Давай, Марсик, Мирка. Хотел сказать Жорик. А Жорик в Краснодаре.
просто репортаж мой чему посвящен? Вот тому, что решили маленький огородик в небольших количествах посадить там зелень. Ну кто? Кто идет домой? Лирик, пошли. Я тебя вижу. Пошли домой. Лирок. Пойдем, пойдем, ты будешь первый. Пойдем, никого нет, бульдогов нету. Тебе счастливая возможность самому выйти. Он обычно самый последний выходит. Ну, уступает бульдожкам. Не то, что он там их боится, ну просто из уважения. Чтобы не подраться. Вот. Вот я опять вернулся, видите? Здесь. Вот, вышел отсюда. По ступенькам спустился. По дорожке прошел. Теплицы. Вот я просто показываю промежуточные этапы. Как здесь будет все выглядеть потом, когда это все обустроится. Просто когда видишь начальный этап и сравниваешь его с конечным результатом. Конечно, интересно. И ты думаешь, о, а я видел, как это все начиналось. Вот здесь будет стоять теплица. Вон та. Вот на этом я пока и заканчиваю репортаж.